заходим, заходим, Коль. Прошу уваги, шановні учасники та гості змагання. Можна попросити? Шановні учасники та гості змагання, розпочинаємо фінал Кубка України з білярдного спорту «Вільна піраміда» серед чоловіків та жінок. Дозвольте представити організаторів, гостей та суддівську колегію змагань. Заступник директора департаменту, начальник управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Харківської міської ради Коваленко Віталій. Голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України в Харківській області Сердюк Костянтин. Голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України в Кіровоградській області Олександр Синякевич. Директор білярдного клубу «Містер Моріс» Костянтин Тітов. Суддівська колегія у складі головного судді змагань судді міжнародної категорії Сергія Ліховайди. Головного секретаря змагань судді міжнародної категорії Ігора Мартинюка. Судді національної категорії Олега Пудовкіна. Судді першої категорії Артамонова Олександра, місто Харків. Марюхіна Сергія. Слово для привітання та відкриття змагань надається заступнику директора департаменту, начальнику управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Харківської міської ради Коваленко Віталію. От імені Харківського городського совету хотів би поприветствовать вас на этих соревнованиях, пожелать удачной игры. Очень приятно, что именно город Харьков принимает Кубок Украины по бильярду. Бильярд в Харькове и в Украине довольно с хорошими шагами начинает прогрессировать. Впервые в этом году бильярд был представлен на ежегодной спортивной ярмарке «Харьков – спортивная столица» в городе Харькове. И со следующего года мы планируем открыть школьную лигу по бильярду. Считаю, что на такой мажорной ноте считаем, что Кубок Украины открыт. Костянтину Сердюку. Слабаки никогда не сражаются. Слабаки вечно в чем-то нуждаются. Поднимать и жалеть их не хочется. И удел слабаков – одиночество. Сильный спорт, сильные люди, сильные стороны, сильный уровень, сильная кладка, сильный отыгрыш. Сильная федерация, сильная команда – сильный город,
Это все то, зачем мы здесь сегодня. Лично мое любимое дело – учить бильярду с малых лет. И для меня это легко. Я хотел бы, чтобы мы все показали бильярдному миру, что играть, организовывать, развивать, учить – это легко. Огромная благодарность истории, случаю, Национальной Федерации, судьям, друзьям-партнерам, журналистам, партнерам проведения, любимому городу, любимым ученикам, спортсменам. Продуктивного турнира благодарю. В лице Коваленко Виталия хотел бы вручить благодарность, чтобы вы передали Курашову Константину Михайловичу и Чубарову Алексею Сергеевичу за то, что в этом году так активно нас поддержали, нас заметили. Я думаю, у вас нет сомнений, что все-таки бильярд в регионе развит. Хочу, чтобы вы все поприветствовали Константина Титова. Это тот человек, который поддерживает меня во всем, во всех моментах. Пока все-таки мы прибираемся, я думаю, вместе мы сделаем. Мы будем делать бильярд. Спасибо. В лице спортсменов города хочу поблагодарить Евгения Поломаря за поддержку конкретно его и всех спортсменов, которые меня поддерживали этот город, и не только харьковские поддерживали. Вы поаплодируйте, пожалуйста. Большая команда, вот, и сегодня день рождения у Ивана Козья, это город Краматорс, тоже поздравьте. Всем хорошей игры. Слово по регламенту змагань надається головному судді змагань, судді міжнародної категорії Юрію Ховайні. Девушки играют у нас до 4 побед вверх-вниз, мужчины играют до 5 побед поверху и до 4 по низу. Олимпийка до 5, олимпийка с 32. Всем хорошей игры, конечно, и пусть победит сильнейший. И от лица Федерации мне выпала такая вот честь поздравить, поблагодарить руководителя Харьковского отделения Национальной Федерации Константина Сердюка. Я говорю, что Харьковская область сейчас один из лидеров, и мы видим движение. И желаем, чтобы область развивалась, чтобы были успехи, они уже есть и будут, не сомневаюсь, с таким отношением, чтобы была команда, чтобы были средства, чтобы были помощники успеха. Шановні учасники, всім дякуємо, розпочинаємо змагання. Не сегодня.